преподобный Панкратий, славный угодник Божий, жил в XIV веке. Подвязался он в Киево-Печерской лавре в сане иеромонаха. Святой скрывал свои подвиги, избрав для себя затворническую жизнь, потому и сведений о жизни его сохранилось так мало. Но доподлинно известно, что инок Панкратий, священствуя Вышнему в преподобии и правде, обогатился духовными дарами, стяжая подвиги строгого постничества, молитвы, бдения и воспитывая в себе кротость да нестяжательность, он сподобился звания чудотворца. Преподобный неустанно оказывал помощь нуждающимся, молитвою своей и помазанием исцелял больных и немощных. В таком равноангельском житии пребывал святой Панкратий до преклонных лет, благодатным примером своим вдохновляя братью идти путем добродетели в блаженное Царствие Небесное. Погребен монах-чудотворец в дальних Феодосиевых пещерах. Второе февраля. День памяти преподобного Панкратия Печерского Затворника.